Hey, yo, guys, с вами Шимики. Мы продолжаем играть Duke Nukem 3D. Так, мы оказались с вами в каком-то секретном уровне. У меня нету никаких патронов. Для дробаша, хотя подняли. И то радует. Так, РПГшки у нас мало. Так. Так, арморчик. Так, а что здесь у нас? Ага, сапоги против канализации. Походу нам только в ту сторону нужно. Давайте быстро, чтоб не их не ломать зря. Так, дробовик возьму на всякий случай. Ладно. Так, еще дробаш. Сейчас у нас патронов тоже хорошо. А ну-ка его прострелю, интересно, да, простреливает. Так, там пулемет. Давайте быстро сюда проскачем. Турелька. Это. Взорвем турелечку с пистолета. Так. Хилки у нас полные. Так. У нас пулеметик как раз с вами. Так, дверька. Так, ладно, давайте через Е. Запоминайте последовательность. Включить, выключить, включить, включить. Все. А вы надоели сзади спавниться. Так, какая-то темная комната. Так, это я что сделал? Так, я подобрал ключ еще один. Сим-карту синюю. Так, на шифте быстро все пробежим. Ага, нам сюда надо. Минус. Так, патрон для пулеметика. Так, СВУшка. Так, атомка нужно подобрать быстро и на ту сторону перепрыгнуть за РПГшкой. Ай-яй-яй. Так, давайте пока что против них пистолет будем использовать. Покономим пулеметик. Так, патрон для пистолета. Ага, это здоровяки эти. Нужно пулемет заюзать. Так, минус еще второй где-то. А где же второй? Так, минус. Так, мы активировали с вами ракету. Значит, нам еще как-то нужно дверь открыть, вот эту. Так, и тут все еще был один красный. Или он умер? Ага, телепортируется за спину. Крыса. Так, это свет включает, окей.
Так. Вижу глаза кабана. Ладно, давайте кабанов сразу. Так, минус. Раз. Тут минус два кабана, еще один сверху. Так, у нас есть СВУшка с вами. Непонятно, как он их кидает. Ладно, давайте так. Ого, еще один. Так, это свет у нас. О, еще один кабан. Так, армор. Патрон для дробаша. Красная сим-карта. Так, еще слышу где-то кабана. Где-то с этой стороны. Ага, вот еще один кабанчик. Спустился откуда-то. Так, вот кабанчики. Ладно, давайте поэкономим СВУшки. Вдруг потом тайники понаходим. Так, голограммы, стероиды у нас все есть, значит. Так, патроны. Так, спустился лифт, но дверь не открылась. Хорошо. Так, кабан, откуда ты появился? Ладно, давайте сюда тогда поедем. Так, минус. Джекпот. Так. Я так и не понял, как их спасать. Так, стероиды активировал. Так, давайте на аптечку переключимся на всякий случай. Не знаю, короче, что с ними делать, ладно. Let's rock. Gonna rip them a new one. Мне кажется, мне нужно выйти отсюда. Так. Запустить. Так, дверька открылась нам. Я, короче, наверное, до следующей серии загуглю, что с ними нужно вообще делать. Может, их как-то можно все-таки спасать, а не убивать. Ага. Ушел он в свою атмосферу. Тоже сдох. О, глазик. Привет. Раз. Так, патроны, патроны. Патроны как раз у нас. Что-то их как-то тут слишком много. Так, давайте подберем патроны, которые остались. Так, возьму я все-таки лучше дробаш. Так, ладно, давайте пулеметик возьмем. Где он? Ага. А твои шарики не долетают до нас. Так, поплыли. Так, смотреть на нычки, может, нычки будут. Ага, мы с вами доплыли. Так, уровень пройден. Тайников найдено 0. Окей. Мы с вами прошли пусковую установку. Дальше. Вход в бездну. Так, давайте пока тогда с пулеметиком побудем. Мало ли. Так, аптечка. Так, ладно. Ботиночки. Минус кабан. Так, дробаш.
Так, продолжаем так. Карта нам не нужна, синенькая. Ага, это не простреливается, хорошо. Так, пулеметная установка. Так, давайте тропаж, короче, пока что возьму. Так, пистолет. Минус, минус. Так, это как-то должно подняться. Так, патроны, патроны. Ночной визор. Ладно, по водичке спущусь. Тут защитные сапоги, аптечка. Ага, дальше никуда. Хорошо. Ничего нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Проносим быстро на то место, где был. Выбрать. Так, где-то надо мной. Так, синяя карта. Ага, мы с вами видели. Получается, проход там, где синяя карта нужна. Так, это пушка. Минус. Ага, мне туда нужно, хорошо. Так, для пулемета. Так, там. Ага, там есть дробаш. Так. Давайте сюда тогда сходим. Так, памятник. Так, так. Атомы, я вижу атомы, атомы, атомы. Так, давайте сходим за атомом. Так, раз. Следующий атом. Два. Так, и воду. Оп. Так, нам нужно наверх, наверх. Ага, сверху появился кто-то. Ладно, не будем его трогать, идем дальше. Опа. Так, пробежим. Ой-ой, не заметил. Так, там какой-то ад. А, так, пока я отходил куда-то, мне уже покоцал вот этот тип, который опять... Нет, этот новый-то прилетел. Так, ладно, тогда... Суисайд. Так. Выбрать. Летит, летит. Так, и мне нужно как-то туда попасть. Только как? А, непонятно, непонятно. Так, дробаши, пули. Для дробаша подберем. Где-то тут проход есть. Так, стоять. А если мы там что-то наверху пропустили? Хотя по воде пойду. Может, куда-то мне это все приведет.
Так. По воде нужно идти. Ага, так никогда. Ладно. Так, минус кабан. Так, я вижу недра земли. Так, огонек какой-то. Слишком темно, давайте используем визор. Хорошо, вот помечает врагов. Так. Так, визор выключить. Какое-то странное место, ладно, потом сюда вернемся. Был. Так, тут что-то есть? Нету. Ага, руки типа это активировать. Хорошо. Походу нам только... Ага, давайте вниз еще сходим. Так, за водой, да, есть что-то. Скорострельная пушечка. Пулеметик. О. Так, сапоги. Ладно, сюда немного тоже попозже. Давайте в ту комнату тогда зайдем. Стрёмную. Так, это сюда нам нужно. Вот эти голоса, конечно, стрёмненькие. Так. Ага, где-то еще один враг. Ага, вон он ходит. Ага, нам тут в ту комнату нужно. Ладно, давайте тогда с этим разберемся. Так, РПГшка. Так, закрой тебя сразу. Так, и эта дверца. А еще урон получу. Ладно. Безболезненно никак не спуститься, да? Так, нам нужно, наверное, туда, получается. Так, там еще одна рука. А это... нет. Так, начинается обрушаться все. А, типа, я должен был за это время успеть пробежать. Так, там еще какой-то проход внизу. Так, ладно, давайте сделаем так. Нажму и на шифте быстро пробегу. Все, успел, успел. Ага, уменьшающий луч летит. И сразу туда пробежим. И... так, ага, мы здесь уже были, окей. Ну, зато мы теперь взорвали там проход. Так, а я же умру. Или нет? А, так эти еще ботинки лавонепроницаемые. Прикольно. Так, давайте поэкономим немного сапоги, а то они очень сильно тратятся быстро. Так, еще где-то сверху один. Так, атом. Так, еще один атом. О, какие-то звуки. О, какой-то корабль. Слишком громкие звуки. Так, и
Давай пройдем к демону. Так, раз, два, три. Опа. Так, аптечки, аптечки. Там еще какой-то есть проход. Непонятный. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну хотя бы в лаву урон же хотя бы не нанесли мне. Так, раз. Так, где-где? А, уже тут. А, не, не попал. Так. Так, минус. Так, еще сапоги. Так, и свушка. Ага, рука. Так, комната какая-то. Так. Так, все мигает. О, женщина танцует в недрах земли и атомы. Ты пойдешь на превьюшку, короче. Так, ладно. Только атомы здесь, хорошо. Пошли идти дальше. А ты не можешь умереть? Да, можешь, но я не буду тебя убивать, ладно. Ну, что, поплыли? Я не знаю, только куда нам тогда идти? А, давайте вернемся к кораблю тогда, может, я что-то упустил? Так, наверх. Так. Еще есть проход. Так он такой незаметный. Вот идешь, и кажется, что это просто сплошная стенка. Слишком громкие звуки. Слишком громко. Да. Так, давайте отсюда тогда начнем по-быстрому. Так, пулемет возьму. Где? Ага, вот он. Не хочу я тратить ХП в этом месте. Лава начала прибавляться. Давайте быстро-быстро подниматься. Появляйся. Ага. Дальше. Хорошо. Так, это вход в корабль. Зависло и начались просто патроны лететь без раздумки. Мне туда вниз нужно прыгать, но окей. О, пулеметик. Это РПГшечка. Походу нас готовят к боссу. Давайте, ладно, посмотрим, может тут что, какие-то комнаты есть потайные. Ладно, нету. Слишком большое помещение какое-то. Давайте лучше РПГшку возьму. Так, и переключи сразу на... Так, не то. На аптечку. Не,
Не-не, только не говорите, что... А, это всего лишь ты, пулеметчик. Подожди, а ты что, босс? Ты можешь не ходить? Я не попадаю по тебе. Не-не-не, не разгоняйся так, парниш. А, все, я тебя убил? Он все-таки был боссом? Серьезно? Ну ладно. I'm Duke Nukem, and I'm coming to get the rest of you alien bastards. И что дальше? И получается, мы прошли с вами первую главу. Let's rock. Да, это конец, в принципе. В принципе, глава первая нормальная вышла такая. Мы убили как раз первого с вами босса. Ну ладно, время прощаться, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и пока!